Всем привет, ребята! Два авторитетных ресурса раскрыли характеристики бюджетного смартфона Redmi 8. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Сразу два ресурса опубликовали характеристики неанонсированного смартфона бренда Redmi. Спецификации Redmi 8 появились на официальном сайте для разработчиков Google Play Console и в базе китайского оператора China Telecom. Гаджет получил процессор Snapdragon и низкую стоимость. В перечне характеристик Redmi 8, опубликованных на сайте, замечен процессор Snapdragon 435. Учитывая, что Redmi 8 позиционируется как преемник Redmi 7, выбор такого чипа весьма странен. В прошлогодней модели используется более производительный Snapdragon 632. Из прочих характеристик смартфона, которые были представлены уже китайским оператором China Telecom, стоит отметить дисплей с разрешением HD+, а также 3 или 4 гигабайта оперативной памяти на выбор. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Как и предшественник, Redmi 8 получит каплевидный вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. На тыльной стороне корпуса расположится сдвоенная камера на 12,2 мегапикселя, а также сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 9 и оболочкой MIUI 10. О стоимости модели ничего не сообщается, но традиционно данная серия принадлежит классу наиболее доступных устройств бренда. Ориентировочная стоимость Redmi 8 с 4,64 гигабайта памяти составляет $224. Ну что же, ребята, на мой взгляд, очень странно будет, если действительно тут будет в Redmi 8 использоваться процессор Snapdragon 439, учитывая, что в семерке стоял 632. Но меня очень радует, что тут будет, да, аккумулятор на 5000 мАч, и это очень-очень хорошо. Ну что же, ребята, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!